HTC Trophy. Сегодня у меня не заряжается. Goodbye. Телефон никак не заряжается. Судя по всему, надо менять гнездо зарядки. Контакты болтаются. Давайте посмотрим. Снимаем крышку, батарею. Задней панели. Здесь еще один. Одного винта не было. Разбирали телефон до нас. По какой-то причине. Снимаем заднюю панель. Легко отстегивается. Смотрим. Давайте снимем антенно-модуль. Старая модель HTC 2010 года. Вот. Да, вон он. Гнездо зарядки оторвано. Если посмотреть поближе, можно разглядеть. Итак, данное гнездо мы можем заменить гнездом зарядки на Sony Ericsson Vivos. Была такая старенькая модель тоже. Идет идентичное гнездо, по-моему. Отстегиваем разъемы. Снимаем разъем тачскрина, дисплея. Системную плату. Ничего сложного здесь не вижу. Гнездо зарядки на Sony Ericsson Vivos. Видите, она практически одинаковая. Да, я бы сказал, что совсем одинаковая. Итак, снимать будем снизу. Вставляем системную плату для удобства. Такой вот держак. Я ставлю вот так вот на край стола. Наводим резкость, включаем фен. Температуру можете выставить 280 градусов. Итак, нагреваем гнездо зарядки снизу.
добавим флюс. Видите, да, флюс закипает. Гнездо легко снимаем. Можно добавить немного припоя, если... Хотя, в принципе, у нас его достаточно. Можно добавить вот сюда, в середину. Сами контакты у нас... На самих контактах гнезда зарядки достаточно припоя. Поэтому... Можно ставить. Нагреваем место посадки до расплавления припоя. Вот видите, он у нас расплавился, поплыл, поменял цвет. Можно ставить. Ставим сверху, совмещаем контакты. Нажимаем. Смотрим, что у нас получилось. Вроде все село. Удаляем флюс. Удаляем отработанный флюс. Вот, еще раз проверяем. Я проверяю под микроскопом. Проверяем под микроскопом. Иголкой контакты. Вот, если какой-то из контактов не припаялся, то можно паяльником аккуратно подпаять. Вот, у меня вроде все припаялось. Так, давайте соберем устанавливаем системную плату обратно, разъемы. Ставим на место разъемы. Разъем тачскрина. Так, антенный модуль. Кнопка регулировки звука. Так, кнопка включения у нас стоит на месте. Ставим заднюю рамку. Давайте поставим батарейку, сразу проверим перед закручиванием винтов. Вставляем зарядку. Появился логотип.
закручивать винты. Как видите, на данной модели совсем все просто. Старая модель, несмотря на это. Она еще в использовании. Вот можете видеть батарею. Видите, да, появилось мигание розетки. Итак, всем спасибо за внимание, друзья. С вами был Лов. Подписывайтесь на наш канал. Только что мы поменяли гнездо зарядки на HTC 7 Trophy. Всем спасибо за внимание. Удачи в ремонте. До свидания.